разные. Мы все живем в разных условиях, и у нас у всех разные интересы. Але нас об'єднує одна велика мета – створювати щасливе майбутнє і робити це зараз. Чтобы получить результат, нужно много упорства, веры в себя и сплоченной командной работы. На сегодняшний день те, которые должны строить будущее нашей страны, покидают ее в поисках быстрых денег, не задумываясь о завтрашнем дне. Но для украинцев открывается сейчас новая эпоха. Мы открываем новые горизонты, и за этим всем стоит молодежь. Именно она является двигателем всего, что происходит в наших городах и на наших предприятиях. Большое звено одной длинной цепочки энергонезависимости страны. Ты член моей семьи, огромной семьи под названием ДТЭК. И я буду рад приветствовать тебя в шахтоуправлении Днепровская. Создаешь будущее. Ты создаешь будущее. Ты создаешь будущее. Ты сегодня создаешь будущее. Только от тебя зависит будущее. И вместе с молодежью шахтоуправление Днепровское. Создавай и меняй будущее прямо сейчас!